Совершить путешествие на другую планету смогли воспитанники Кобринского детского дома в рамках новогоднего представления, которое прошло в стенах учреждения в минувшие выходные. Злая красная шапочка и добрый волк, маленькая девочка Маша, за которой охотится настоящий медведь, и испуганная лиса, охоту на которую ведет заяц-ковбой. Все эти сказочные персонажи, жители другой планеты, были заколдованы злой кометой. Восстановить справедливость и вернуть все на свои места помогли воспитанники детского дома, мальчики и девочки от 3 до 7 лет. Все они с нетерпением ждали главный праздник в году, чтобы под бой курантов успеть загадать свое самое заветное желание, единое для всех. Они все очень хотят домой. Не знают, куда они хотят, в какие семьи, но они очень хотят. Ну, пусть будет тут замечательно. И тепло, и уютно, и мы их все очень любим, но домой они хотят. Гости на утренник приехали не с пустыми руками. В качестве подарков дети получили игрушки и сладости. Губернатор региона Константин Сумар тепло поздравил ребят и весь коллектив детского дома с наступающими праздниками и пожелал им здоровья и успехов в новом году. Для нас это и боль определенно, и радость, потому что более того, что есть еще детки, от которых родители отказываются, есть дети, которые лишаются родительских прав по тем и другим причинам. Но есть еще дети, которые имеют определенные физические недостатки, но все они дети, наши дети. Поэтому, видимо, очень хорошо и правильно, когда наше государство делает все возможное, чтобы не только в новогодние дни преподносить такие праздники, но и государство заботится еще о том, чтобы эти детки нашли свое место в этой жизни, чтобы они выросли счастливыми, чтобы они выросли здоровыми. Новогоднее представление у елки завершилось всеобщим хороводом. Праздничные мероприятия в детском доме будут проходить до середины января. В течение этого времени здесь ждут много гостей, шефов, спонсоров, волонтеров, помощников из числа учащихся и студентов. Всех тех, кто понимает, что нет ничего проще, чем улыбнуться ребенку, и ничего дороже, чем увидеть улыбку в ответ.